Друзья мои, всем привет! Я Эмиль Хачатурян. Я представитель жюри от государства Израиль на международном конкурсе Golden Time Talent. Для меня большая честь и удовольствие быть частью команды. Работать было достаточно сложно, потому что все участники чрезвычайно талантливы. Впечатления производят очень хорошие, поэтому я всем поставил достаточно высокие баллы. Особо я хотел бы отметить нескольких музыкантов, которые... Ну, просто порвали меня в клочья, что называется. Во-первых, я хочу извиниться за то, что видео записываю из машины. Просто сейчас у нас 40 градусов жары, и выходить из автомобиля — это очень неприятно. Так вот, у меня даже списочек небольшой, кого я хотел бы отметить. Алевтина Скрипникова, арфа. Просто потрясающая динамика, потрясающая музыкальность, чувство ритма, инструмента. Ну, реально, я восхищен. Скрипичный ансамбль DMHS, ребята, очень меня порадовали своей музыкой, талантом. Это, ну, высочайший уровень. Дуэт «Мистерия». Вокал просто произвел неизгладимое впечатление, точно так же, как и сама музыка, которую ребята исполняют. Короче, это круто. Дальше. «Chamber Horror and Quad and Fusion Jazz Walks and Quad». Надеюсь, что я правильно зачитал название. Это потрясающе. Владислав Коршунов, композитор в номинации «Композитор». Его музыка очень глубокая, и мне очень-очень понравилась. В общем, это те участники, которых я хотел бы отдельно отметить от себя, мое субъективное мнение. И это не означает, что все ребята были слабее или хуже. Конкурс потрясающий, участники великолепны, вы все молодцы. Спасибо.